Друзья, всем привет! Игорь Крутой и Димаш Кудайберген много раз выступали с премьерами песен, а в интервью делились творческими планами. Я не отвечаю по тебе. Подводки живой. Да, пойдемте. Игорь Гафич. Засняли? Сидите за роялем, вы стоите около рояля. Я снова. Все, мы сказали на скрытую камеру. А теперь на плохо. Как вы помните, именно в эфире НТВ состоялась премьера новой песни с очень актуальным для периода самоизоляции названием «Я скучаю по тебе». Музыку написал композитор Игорь Крутой, слова Игорь Николаев. Приехал на съемку НТВ, центральное телевидение. Буду вести горячий репортаж. Здрасте. Также на канале НТВ прошла премьера песни «Your Love». Тогда Игорь Крутой рассказал. Добрый вечер, дорогие подписчики! Действительно, у нас с Димашем сложилась добрая традиция представлять наши премьеры на канале НТВ в проекте замечательного продюсера и телеведущего Вадика Токменева «Центральное телевидение». Исключением не стал и наш новый трек «Your Love». Репортаж со съемок программы предлагаю вашему вниманию. Что, под это рэп можно читать? Рэп под это можно читать? Не знаю. Знаешь, молодой человек на скрипке играет и не знаю, не пробовал. Как вы видите, друзья, композитор Крутой много времени уделяет музыкальным проектам на канале НТВ. Вот и сейчас Игорь Яковлевич вернулся из Сочи в Москву, сразу отправился на съемки нового сезона «Ты супер» и вот что рассказал нам. «Из огня да в полымя» – так называется мой приезд из Сочи, когда, едва закончив съемки «Новой волны», вернулся в нашу прекрасную и солнечную Москву прямо на начало нового юбилейного сезона «Ты супер», эфиры которого начнутся с 5 сентября на НТВ. Я счастлив был увидеть своих коллег по жюри – Диану Арбенину, Ирину Дубцову, Алексея Воробьева. Просто рад. Создателей проекта Тимура Вайнштейна, Юлю Сумачеву и, самое главное, талантливых детей.
Как мне нравится наш проект, в котором на глазах у всех происходит чудо. Оттаивают детские души, пройдя очень серьезные жизненные коллизии. И в их глазах появляется надежда на то, что они станут нужными и востребованными и в творческом, и в человеческом плане. Счастья детишкам, ты супер! Радости и улыбок! До встречи на канале НТВ 5 сентября в 20:10.